Основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди! Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Ищи небольшой пузырек. В составе должны быть йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре. Руки вверх, так чтобы я видел. Пароль.
Да погоди ты! Не могу думать, когда в меня целятся! Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Ты же сам его придумал! Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотрись здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план! У меня нет так много времени. Я должен найти Татьяну. В смысле? Нет, нет. Я не понимаю, о чем ты толкуешь, и даже не хочу понимать. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Здорово, что ты проявляешь инициативу, но... Не беспокойся. Главный здесь ты. Но ты платишь мне за мои знания и навыки. И один из них – не давать тебе сдохнуть. Такой вариант тебя устроит? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. И правда, отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру.
Надо было к тесте на завод идти. Твою мать. Способен, то у меня бабушка крепче вломить может. О, так ты у нас крутой парень. Что ж ты тогда выстрелить не смог? Я просто женщин и детей не убиваю. Говна ты кусок. Вот же мудак лицемерный. Ты сюда с нами пришел. Мы были братьями. Ты должен был... Ну... Наверное, спасибо тебе. От сталкера я, конечно, помощи не ожидал. Как тебя угораздило? Я сбежал. Не стал помогать этим мясникам собирать и казнить гражданских. Зону покинуть я не смог. Из-за охраны по периметру. Так что начал потихоньку приторговывать, чтобы выжить. Ну... В общем, мои бывшие товарищи быстро меня нашли. Гриша был моим другом. Хорошим другом, близким. Но бегство он мне простить не смог. Думаю, чувство стыда стало для него просто невыносимым. Я сбежал, а он остался. И сделал то, что сделал. Я погубил нашу дружбу. Поэтому Гриша решил погубить меня. Эй, а что у вас там творится? Два дня назад что-то рвануло, а теперь в Янове солдаты и... Извините, ребята, я просто шофер. Мне ничего не рассказывают. Но раз здесь армия, значит мы в безопасности. Разве нет?
Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну? Черт, я не могу пристрелить собаку. Вот не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко, но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде радиацию разнести. Считай это жестом милосердия. Это же просто полная жопа! Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. Здесь? Чё ты тут шатаешься? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти. Да не ори ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Что? Говори громче, парень, у меня ж со слухом плохо, контузия. Фрица, гранату в бункер закину. У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Я хочу обменять патроны на металлолом.
До встречи. Надеюсь, попадутся бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить. Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в... Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что он... Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня. Доверять предчувствиям важно. Но... Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все... Доказательства, улики, планы... Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты при... Продолжай. У тебя появились новые... А значит, несешь ответственность за снаряд. Пора начать мыслить стратегически. Ты его... Голодать херово, знаю по себе. Если не... Кроме того, когда ресурсы ограничены, выбирать себе любимчиков. Какой личный состав? Это пока. Тебе необходимо... Знаю, тебе нужно... Ты прав. Именно так.